Теперь детские общественные советы будут создаваться на уровне районов, городов и округов. Отбирали членов по представлению учебных заведений и по результатам творческих конкурсов. Отчетная встреча была посвящена социальным проектам, которые разработали сами школьники для своих сверстников с проблемами со здоровьем. Пашутин Миша представит проект поздравления детей с ограниченными возможностями на Новый год. То есть «Мы вместе с тобой на Новый год» его называется проект. Причем не просто он хотел, как бы просто, не просто поздравить детей, но он хочет еще снять социальные ролики про них, чтобы в соцсетях найти им друзей.